Ну, пожалуй, единственная партия, может быть, есть еще одна на правом фланге, которая идет на эти выборы с таким жестким антиолигархическим, антиплохотниковским посланием. Мы обращаемся к людям, которым все это надоело, вот все, что происходит в Молдове, которые хотят перемен. И мы верим, что за нас очень многие люди проголосуют, десятки и сотни тысяч людей. Я очень много читаю в интернете, смотрю телевизор. И Дмитрия Чебошенко я очень уважала всегда. И была просто счастлива, когда Рената Усатова предложила его. Потому что это один из немногих людей, которым можно полностью доверять. Я вижу только его кандидата. Вот самый справедливый, самый правильный, только он. В настоящий момент в этой стране практически все коррумпировано, правильно? Цены завышены, пенсии малые. Настоящее правительство особо не думает о наших нуждах, о простых людях. Собрали буквально за несколько часов и представили в Центральную избирательную комиссию 25 тысяч подписей. Мы расцениваем как первую серьезную фальсификацию в ходе этих выборов. То есть ни физически, ни технически никак не было возможно собрать эти подписи. Это просто свинство с их стороны, это такая наглость, цинизм. И смысл этого с их стороны в том, чтобы еще раз показать, что мы что хотим, то и делаем. Вы можете возмущаться, там, писать петиции, протесты, нам плевать. Ну вот захотели так сделать, мы это сделали. Доминик Дмитрий Чебошенко есть уникальный кандидат, потому что сент гата сендауся натура. Консидер, что ел в адучи скимбаре Республика Молдова, шамами скимбаре с прибиня.